В спортивном комплексе «Лидер» на днях прошли соревнования по дартсу и штрафным очкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников от 16 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены Славянского городского поселения. Здание спортивного комплекса «Лидер» – это один из тех спортивных объектов Славянского района, который оборудован для участия в спортивных турнирах людей с ограниченными возможностями здоровья. И члены паралимпийского движения «Славянска на Кубани» с удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях. На этот раз паралимпийцы соревновались в умении играть в дартс и забивать штрафные броски. В соревнованиях по штрафным броскам зачет проводился по 10 попыткам. В дартсе в зачет шли 12 попыток. Сильнейшими женщинами в дартсе и штрафных бросках стали Елена Якубова и Елена Татаркина. Среди мужчин – Родион Головко и Максим Пахилько. Турнир проводился по инициативе администрации и тренеров отделения адаптивного спорта спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». Регулярно, раз в месяц где-то получается, иногда бывает чаще. Мы проводим соревнования для инвалидов и по настольному теннису, и бадминтон, и жимштанги. Разносторонние виды спорта стараемся развивать, и шашки, и шахматы. Люди с ограниченными возможностями с удовольствием принимают участие, у них есть повод для общения. Так как «Лидер» соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, на турнир прибыли в качестве болельщиков спортсмены-колясочники, которые в силу ограничения физических возможностей не участвовали в соревнованиях, но морально поддерживали спортсменов. Победители турнира получили памятные медали и грамоты. Но главное, что они получили заряд положительных эмоций. Мария Климова, Игорь Иванчуков, программа «События».